Приморский климат – погибель для музыкальных инструментов. В один голос сетуют преподаватели школы искусств. Скрипка за зиму рассыхается, а летом от влажности дерево, наоборот, разбухает. Кажется, что она натянута на колок, то эти колки так плотно находятся в самой скрипке, что, чтобы настроить надо, надо слегка расслабить колки, как бы немножко оживить их. За каникулы ученики об этих хитростях забывают. Вот так скрипка, что в руках у Галины Валерьевны, и осталась без колка. Преподаватель отремонтировала инструмент и приступила к настройке. Нота ля первая, да? Мы ее подстраиваем. Добиваемся звучания необходимого нам. Скрипка – инструмент, который требует настройки перед каждой игрой. Этим умением музыканты овладевают через 2-3 года обучения. Домашнее фортепиано достаточно настраивать раз в полгода. В музыкальной школе нагрузка на инструмент гораздо выше, а потому настройщиков из Владивостока зовут раз в месяц. Но теперь появился свой. Вячеслав Александрович летом отучился на московских курсах. Единственных, кстати, в стране. Один удар одной клавиши, работает сразу 3 струны. Это называется хором. Остальные струны при этом блокируются. 85 клавиш умножить на 3, итого придется отрегулировать 255 струн. Помогут настроечный ключ и новинки техники – тюнер и стробобас. Индикатор тюнера показывает, насколько звучание отстает от идеала. Правда, прибор не работает в басовом регистре. Для него – изобретение преподавателя школы настройщиков – стробобас. Представляется струне, вот, и показывает колебания струны. Огонек погас, значит, струна настроена. Переносимся в концертный зал и поднимаем настроение игрой на идеально настроенном инструменте.